Всем привет, друзья, подписчики, а также новые зрители канала LEGO Stars. В сегодняшнем видеообзоре продолжаем распаковку посылок. И в этот раз мне пришла посылка с Почты России. Заказывал я несколько различных товаров, поэтому не знаю, что внутри. И вместе с вами буду распаковывать, смотреть, что же там у меня за интересный товар. Заказывал, естественно, LEGO. Посмотрим, что же я заказал, потому что уже достаточно долгое время прошло и уже немного подзабыл. Итак, внутри нас встречает один пакетик и вот такой вот довольно интересный клон. Заказывал у такого сайта, как Camino Industry Workshop. Давайте его рассмотрим, но, естественно, в таком, как сказать, варианте я его не оставлю. И он будет, естественно, переделываться и улучшаться. А перед тем, как я начну показывать вам данного клона, хочу посоветовать одно творческое объединение LEGO под названием «Экология». Там вы сможете найти единомышленников по различным вселенным LEGO, а также, если вы снимаете анимации, то добро пожаловать в это объединение, так как большинство участников этой группы занимаются как раз съемками анимации. Вы сможете чему-то научиться новому, а также поделиться своим опытом. Поэтому добро пожаловать в творческое объединение, переходите по ссылке в кандидаты, и админы беседы там вам все расскажут. Итак, друзья, пока фигурка в таком варианте, и давайте ее немного рассмотрим. Но, естественно, на нее будет отдельный видеообзор, когда я ее уже улучшу. Это фигурка командира Грея, только выполненная по комиксам, а не по сериалу «Бракованная партия». Решил взять данного клона из-за того, что он стоил очень дешево, всего 650 рублей мне обошелся данный кастом, но, естественно, не смог пройти такое выгодное предложение мимо. Стоял он на сайте уже долгое и продолжительное время, видимо, никому был не нужен, или, возможно, люди не понимают его такой вот достаточно хорошей ценности. Но из этого клона я не собираюсь оставлять его командором Греем, потому что мне все-таки хочется в зеленом исполнении данного клона, а именно вот эту версию Грея я переделаю, скорее всего, либо под версию клона Командос, либо просто дам ему каму, надплечник, возможно, какие-нибудь еще аксессуары, и будет он стоять в моей коллекции. Из таких вот элементов это декали, естественно, такого малинового цвета, задекалено еще, плюс ко всему, руки, но в 360 градусов здесь фигурка не выполнена. Но в целом, если смотреть, то в коллекции даже вот такие вот фигурки только с принтованными руками смотрятся в какой-то мере даже лучше. Качество декали довольно хорошее и приемлемое. Вооружен он вот таким бластером, честно говоря, никогда не встречал до этого такого бластера. Если вы знаете, то напишите об этом в комментариях. Что ж, на сегодня это все. Получился вот такой небольшой видеообзор. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал LEGO Stars. Впереди много чего интересного. До новых встреч и всем пока!